Почему мне смешно? Так, ладно. Пацанская же, так. Пацанская же арена. В смысле, арена нет. Да, что-то битрейтом я немного перемудрил. Ну ладно, если в любом случае зрители все разбегутся, поэтому... никого не будет, никого не будет. Так, ну мы сейчас начнем все равно потихонечку. Даже не для кого. Я буду стримить для криво написанного Славика. Вот для кого я буду стримить. Персонально подвинули. Теперь он немного криво запилен в другую сторону. Окей. Так. Потихонечку включаем чат. Не на весь экран. Ты знаешь, вообще не на весь, но я не уверен, по каким причинам это, чем это вызвано, потому что здесь все как надо. Кто-то уже вечера третьего стримит, похоже. Странно, почему всех еще не забанили. Кому? Ведьмак, что? Ведьмак, ну, есть же картишки, есть же куча, бесконечное море игр, которые... Так, небольшой слоу-мод. Пацанам он все равно не помешает высказывать все свои дельные мысли. Потихонечку включаем чат и по традиции читаем первое сообщение, которое было... Привет! Ну какое скучное сообщение. Ждем следующего интересного. Что за реклама продался? Вот это хорошее сообщение. Да, действительно, мы теперь... хотелось бы официально объявить во всеуслышание, по всем глашатаям рассказать, по всем роутерам и туннельным синдромам рассказать, то что у наших стримов... У наших стримов появился официальный спонсор. Это крупнейшее в России игровое сообщество по Хардстоуну, пацанский Хардстоун, который я создал сегодня. Вот. Не, ну это ладно, это не смешно. Короче, да, я создал паблик, он смешной. Ну, как бы нет, но да. Всем привет, друзья! Мы потихонечку начинаем, наверное, да? Люди потихонечку подваливают, и потихонечку хорошо. Так вот. У меня тут чешется в верхней стороне уха. И здесь еще немного лечится. Мы готовы потихоньку начинать. Всем привет, друзья! Плохая погода, солнца нет, солнце ушло, что-то как-то все немного погрустнело. Немного погода давит на нерву. А когда погода давит на нерву, нет ничего лучше собраться в дивный пятничный вечерок. Сегодня пятница? Нет, сегодня же суббота, это не важно. Это не важно, что если... Это... Почему бы не собраться? Ну, короче, ты... Играть, да, в общем. Кто вчера не застал конца стрима, ну, точнее, конца Хардстоунова стрима... Вот что мне дали за мою достойную арену. Там прослеживаются некоторые карты, их даже... на них даже можно наводить. Почему мы проиграли 0-3? Спросит кто-нибудь неподготовленный к этим стримам. Ну, потому что фигни набрали, очевидно. Да! Да, кстати, донатить придется, лол. Или нет, сейчас будем ботов убивать. Донатить наконец-то! Давненько не донатить. Ладно, пока сейчас еще люди потихонечку. Хардстоун, наконец-то, да. Если вы успели соскучиться по дивному перебиранию картишек, по этому шелесту, по легким крапленым в руках. Ну блин, ну слова, ну сам придумай слова. Так. Так, ладно, потихонечку будем начинать. Что надо делать? Донатить надо! Я забыл, как донатить, потому что обычно я более профессионально подхожу к вопросам предохранения и стараюсь, чтобы голды всегда хватало на то, чтобы запуливать ее. Но, к сожалению, в данный момент мы не запулили голду, и нам придется задонатить некоторая сакральная сумма, которая допустит нас до арены. С учетом комиссии, да даже не 99 рублей. Это скорее 104 рубля. Я надеюсь, у вас все хорошо. У меня все хорошо. Играй в ход. Нет. Мы сразу начинаем
обрывать все свои телефоны и все свои связи, чтобы максимально хорошо отвечать на вопросы, которые задаются в чате. Да, если вы не знаете, кто я такой, если вы первый раз на стриме, и, вероятно, последний... Микрофон сломан? Нет, микрофон работает. Если вы первый раз на стриме, вы смотрите стрим молодого перспективного админа паблика, который, я надеюсь, разрастется до уровня топовых, таких как MDK и гульфики. В основном гульфики, да, мне очень нравятся гульфики. Закрываем это и нажимаем сакральную кнопулю. Она что-то не нажимается. В игре Близзардов зависла кнопка доната. Не, вы с такой... Blizzard, по-моему... Blizzard — это молодая, растущая компания. Они не понимают то, что если в их собственной игре сделать неработающей кнопкой доната, они никогда не прославятся, они никогда не придут к успеху. И никто в их играх никто не будет играть за Гул'дана. Это же Гул'дан. Ну, кстати, да, вполне себе. Что за штучки? Почему раньше их не было, а теперь повсюду штучки? Всем еще раз привет. Я не знаю, сколько раз нужно... Сколько раз нужно здороваться, чтобы наконец-то таки... Ну, как бы Сумеречный Дракон — это норма для Варлока, потому что Варлок стакает карты. Проблема в том... Синдерайк — это более-менее... Второй дроп, ладно, берем Синдерайку, ну, конечно. Вообще надо было брать Дракона, особенно учитывая то, что это синергия с Драконами. Я, в любом случае, давненько не играл. Рыцарь Длани. Свингер Вечеринка. Давайте называть карты их данными и богом их названиями. Так и порешим. Призыватель. У меня, по-моему, инсульт будет. Что-то как-то левая половина туловища немного побаливает. И нос чешется. Команде? Да. Так вот. Чтёна демонов никто никогда не берет, но когда в руку пацану, когда пацанский стрим, когда у пацана в руке вот такие карты, бери чтёна демонов, не бойся, тапайся. Ну, блин. Ну, конечно, лидер рейта это ой-ой-ой. Хорошо. Я наберу качественных мемов в руку. И под мемами я имею в виду демонов. Ладно, мне пофигу. Алло. Я стримлю. Стримлю. Перезвоните, пожалуйста, позже по поводу вазектомии. Спасибо, до свидания. Так вот, о чем мы? Крошер против Дворва, конечно же, Крошер. Огр магии. Ну, Огр магии вообще-то, конечно, да. Ну, блин, Нага. Ладно, берем Нагу. Мрачный завсегдатель, завсегдатель. Командир авангарда. Мы берем жуткого. Да, никаких активаторов, конечно же, у демонов никогда нет, только инферал. Окей. Так вот. Опять косичка. Косичка названивает. Косичка. У меня косичка с сыром закончилась, поэтому. Почему ранкет не играешь? Потому что у нас договора со всеми вот этими вот обрыганами, которые играют ранкеты, то что я буду катать только арены, чтобы не унижать их, если я к ним случайно на стрим забреду, чтобы они не. Ты понял. Берем кинжалы. Возможно, это даже точеные пики. Два огра мага. А я не взял того огра мага, поэтому сейчас я исправлю это недоразумение. Ладно, возьмем сайленс, потому что ранних дропов нет. Я не знаю, какие карты. Алчный наемник. Механоклоп. И темная... Ну, дракон. Нет, темная бомба. Темная бомба. Адское пламя — это очистка стола. Темная бомба — это очистка стола. Ну, это скорее... Чудесный дракон — это два дроп. Это Гэнгбэнг Мастер, лучшая карта в игре, ну, по крайней мере, очень хорошая. Кто на счете арены? На счете арены Вин Дизель. Ну, тот, который Том Харди. Три темных бомбы! Извините. То есть мы прям будем в лицо бить, по-моему, из этих со всеми. Но у меня есть призыватель, поэтому беру Стражу Ужаса, конечно, хотя это все. Все очень плохо. Все очень плохо. Возможно, даже поганище. Потому что... Нет, ошалевший подрывник, потому что есть какие-то активаторы, что-то там. Да, берем ошалевшего подрывника. Берем просто базовую мразь, потому что... Или даже демонический огонь. Сколько у меня демонов?
У меня из демонов, конечно, хорошо бафается огнем, только товарищ. Мне пофигу, мы будем экспериментировать с демоническими сержантами дворфов. Хорошо, ну, конечно, парящий страж. Ну, немного качественных демонов все-таки... Демонов немного качественных все-таки подвалило. Базовая туша. Ну, у нас нет 3 дропов. Возьмем провидца Тралмала, потому что он, конечно же, хорошо под порчей заходит обычно. Скрытая жабка. Опять голодные драконы. Ну, давай возьмем одного голодного дракона, потому что у нас там все равно есть чем убивать. И потом 2 лика тлена. Че я набрал, господи, че я набрал? 2 жонглера против пламени тьмы. У меня уже есть очистки стола. Ладно, пламя тьмы. Не знаю, надо было жонглера еще одного брать и лицо рашить и 3 бомбами стрелять. Windows Phone, пишет человек. Нет, это, ты знаешь, это не Windows Phone, на удивление. Это абрыганская Nokia на кастрированном андроиде. Не поверишь, но такие в свое время были. Так вот, да, суббота. Надеюсь, что у вас все хорошо. Мы сразу же проходим проверку на собрата Гул'дана. Какая-то у меня есть синергульность. И возможно, даже эта синергульность сегодня мне поможет. Ну, если, конечно, у него нету 3 темных бомб в рукаве. Никто не берет. Ты понял, да? Всем привет еще раз. Мы начинаем потихонечку играть. СМСки! Читаем. А, у него тоже мехи. Ой! Ну, блин. Не, ну, в принципе, без разницы, если что, я... Не, без разницы. Гуф изобрел фейс-лока. Никогда еще за всю историю Хардстоуна ни один лок не ходил в фейс, тем более с 3 темными бомбами. 3 темных бомбы — это всего лишь 3 карты, которые наносят 9 урона. Это практически улучшенная версия глыбы, сказал бы я, если бы я вообще понимал что-нибудь в этой игре. Ну, ладно, чё. Мне говорят всегда, ходи по мана кривой, а если бы я, ну, в принципе, это тоже было бы по мана кривой. Это улучшенная версия маны кривой. Да, пацанский цитат. Я думаю, я могу своим привилегированным положением воспользуюсь. Подписывайся на пацанские цитаты по Хардстоуну, сказал я и скинул в чат. И тут еще в предложке есть всякие смешные штуки. Давай смешную штуку в предложку закинем. Она была опубликовать новость. Подпись автора опубликовать. Да, я думаю, с подписью автора нормально зайдет. Так вот, окей, мы играем, потрясающе. Что-то произошло. Ну, он потратил кучу карт, он потратил хеппи. Мы приветствуем подписчика, вот что мы делаем. Манхэттен, 5-й месяц подряд. Да, недавно, буквально неделю назад мне писали то, что у меня полгода ровно стрима. И я такой, оу, сегодня полгода ровным стримом. Знаете, что надо сделать сегодня на полгода стримов? Не постримить. И не постримил, но сейчас я вас всех поздравляю с полугодами стримов. И еще раз приветствую всем, кто только сейчас подошел. Что там у Mad Max? Mad Max очень хороший, я думаю, 3-й раз схожу, когда уже будет к концу подходить прокат. За четверг собрал 800 тысяч баксов по России. Это не очень много. Так, ну сейчас будет... Не на... Че это... Не знаю, что это, но... У меня сейчас все круто будет. Писался частяк, уговорил. Все правильно сделал. Вот это качественные ходы пошли. Ну ладно. Верю в успех. Не, ну 2, конечно, лицо. Ну, братан! Ну, так себе совсем. Ну, мог бы немного по... Что? Удалить. Так много возможностей. Окей.
Только нет. Сделай что-нибудь максимально дурацкое, на что у тебя хватит. Да, в лицо, например. Это вполне себе. Это вполне себе секрет прихода к успеху. Вывихнутый палец. Достаем штуковину, берем. Я сказать, берем в рот. Это было бы, наверное, не очень звучало бы, если бы такой профессиональный высокооплачиваемый стример, если бы такое говорил на стриме. Нет, размениваемся. Идем дальше. Господи, кто я превратился? Кто-то сказал бомба! Окей, удачи тебе в этих начинаниях. Ну, кстати, неплохо. Зачем меня призвали? Не стрим завтра, а то финал чемпионата мира по хоккею. Обязательно. Сейчас работы раскидают, задоначу сколько надо. Надо все, все деньги, какие у тебя есть. Хороший план, вот и мне нравится. Я должен что-то делать, у меня тут штука. Точно, не так надо было играть. А как этого теперь? Да, нормально. Прокнется. Я практически уверен, что прокнется. Вот смотри. Бью сюда. Сначала адское пламя, оно по мне ударит, и браток забафается. Я практически уверен. Вот смотри. Блин, хорошо, что сработало. Это было бы... Было бы не очень. Было... Окей. Да, я знал. Ну, блин. Я еще и проиграть могу. Ну все. Зачем я это сделал? Что творю? Ладно, нормально. Сейчас что-нибудь. По-моему, надо все-таки нормально играть, потому что если с первым соперником такое прокатит, то дальше будет все хуже и хуже. В группе 2000 людей. Ну все, мы уже готовы ко второму юбилею. Нет, 1990. Ну почти, как зрителей. Портал. Ого. Мне надо немного урона. Пришел на стрим, а тут 25 ранг играет. Это не 25 ранг, мы просто немного проигрываем. Жонглер, сейчас все будет, смотри. Я, кстати, могу прыгать. А, мне ман не хватило. Это специально, я так и знал. Поднять щиты. Смотри, раз. Смотри, два. Будущее нам готовит. Окей. Достаточно неплохие размены были, как по мне. Контролирую стол. Он легко может выиграть, правда? Это не проблема. Это не проблема. В данный момент мы... Мы в данный момент готовы к любому. А, еще и темная бомба. Да нет, я уверен в положительном. В положительном исходе данной ситуации. Умри, Насилие! Я... Так плохо-то. Так, ладно, все, собрались. Сделаем этой колодой минимум 7 побед. Контролируем стол. Какое насекомое? Где мои легендарки? Какие там 10 копеек ты на Яндекс.Деньгах задонатил без сообщения? Врача!
Ладно, нормально. Контролирую стол в данный момент. У меня очень хороший пик. У меня есть первый дроп, второй дроп, монетка и сова. Это третий дроп мой. Нет, отменяется все. Хорошо. Хорошо, мы готовы к любому, в принципе, исходу. Ну, вот это вот сюда, да. Есть очень большой слей инфу по Fallout 4. Fallout 4 будет... Fallout 4 это будет Skyrim с ружьями. Простите за спойлер. Я надеюсь, вы не обидитесь на меня до конца, то что я практически рассказал всю игру. Он хиляется просто как тварь. Но это не проблема. Мы себе даже в счетчике арен запишем поражение. Это уже не влияет ни на что. Мы уже готовы к... Топовые пацаны не спали, не спалят никогда. Так как у нас пацанский стрим, то мы тоже жабу не спалим. Мы будем сидеть, жаба будет нас ждать. Мы, я надеюсь, что все-таки жаба меня, мерзкая моя жаба, баба моя, что из армии меня дождется. Ого! Ну, что тут? Ну, у тебя же нету никаких реком. Да, вот этим людям я проигрываю. Эти вот все люди, и я им уступаю. Скилле, причем значительно. Хорошо. Хорошо. Два урона за 4 маны, это неплохо. Положи это яблоко себе на голову. Достойно. Да, ну че ты так слабенько-то? Вот так-то. Окей. Я ему же еще и проиграю. Так, ну, блин, прям чистить стол. Мы тоже топовые? Насколько мы топовые по шкале вообще топовости? Проверочное слово топ. Топу. Я могу делать всякие страшные штуки. Могу не делать никакие штуки. Какая разница, какая разница? Я уже выиграл. В данный момент я контролировал ситуацию, контролировал стол. Да, большое спасибо человеку, который мне вчера после стрима подарил Invisible Incorporated. Сегодня, возможно, мы немного разберемся. Я не играл, но мы, возможно, немного в конце стрима разберемся с ней. Ну, это лучшая цель, так-то, по факту. Будешь комментировать Е3? Ну, я так понимаю, на Твиче нельзя будет, и меня забанят, и прилетит. Прилетит стратегический в лицо. Ну да, правильно, а чего нет-то? Прилетит стратегический бомбардировщик и немного меня расстреляет, если я буду комментировать Е3. А возможно даже И3. Посмотрим. Так, ладно, я делаю всякие штуки, я бью лицо, у меня есть стол. Стол буквально-таки захламлен существами. Откроешь своим подписчикам ворота в Вальгалу, спрашивает человек. Они уже там, то есть подписавшись. Да, кстати, это очень напоминает ситуацию вообще. Происходящее в Безумном Максе напоминает ситуацию со стримами. То, что я несу какую-то чушь, и люди на меня подписываются. И оказываются в Вальгале. У меня есть летал. 11, 13, 15, 16. Пфф. Летала что-то как-то нет. Если бы это, может быть, засайленсил бы. Интересно. Но мы будем... Нет. Я сказал то, что мы будем профессионально играть, поэтому мы контролируем стол до конца. Присты известны тем, что они могут на 8-м ходу снести 23 хп. Поэтому мы сыграем немного более контрольно. Мы сыграем контролирующе. За нас жата. Ну, хорошо. Ты сильнее меня. Все. Это был первый всего из семи тех из семи тех отщепенцев, которые пали передо мной на колени. 7 градаций стрима вообще. Ой, сейчас еще и халды дадут, хоть донатить больше. Надо было вообще ночью. Какого черта я ночью не сделал делик? Украдкой. Чтобы вот. Ты не посмотрел Mad Max, и тебе не показалось, что он немного затянут. Нет, он идет 2 часа и 2 часа экшон, и он абсолютно не затянут. Я показался, что он затянут, потому что тебя уже просто в глазицы изнасиловали спецэффекты. Там даже не компьютерная графика, что больше всего поражает, там практически 80% всего сделано каскадерами и... Так. Будет моей. Теперь пошли абсолютно рандомные мои карты. Давай на всякий случай все реролним, а потом уже будем смотреть.
49 копеек на Яндекс, мы тебе всегда поможем финансово, пишет человек. Ну, с такими-то донатами не пропаду. С такими мы никогда еще не работаем. Ой. Хорошего вечера, скажи, как у тебя там погодка? Погода не радует весь день. Так. У меня легкое дежавю. Небольшое сомнение. Небольшие... А не видел ли я это где-то? Так, ну он у меня что-нибудь топовое украл, надеюсь, вот это. Ну что, у меня правая ноздря забита. Если кому-то интересна судьба моей правой ноздри, то она забита. Так вот. Хорошо. Вы смотрите повтор предыдущего матча, и меня, в принципе, исход предыдущего матча полностью устроил. Не лезь на кулаки. Ну, это уже похуже. Похоже это в основном тем, что у меня нет достойного третьего, четвертого хода. Но у меня есть хорошие демоны. Пока играем так, посмотрим, что будет дальше. Не трогай кису. Кису я не трогал. Мы в данный момент пытаемся расконтролить стол. Мы в данный момент пытаемся... Блин, ну реально, я не понимаю людей, которые придираются к Безумному Максу. Чего у них? Ну, скорее фанаты, да. Скорее фанаты оригинальной трилогии. Я не знаю, что бы устроило фанатов оригинальной трилогии. Видимо, дряблый Мел Гибсон. Да? А, понятно, все, да. Ноздря не дышит, блин. Поспами мой ты няши. Какой ты няши собрался спамить? Я твоя няша, спами меня здесь. Так. Голодный дракон. Голодный дракон, а потом через монетку выкладывается вот это вот и все, что не умрет. Да, но это прист. Если у приста есть уборка дракона, убийство дракона. Погрустнеет. Сильно погрустнеет. Можно сделать гэнг-бэнг мастера. Давай сделаем гэнг-бэнг мастера и посмотрим, как он будет с ним справляться. Больше бы насилия и рейтинг 18+. У фильма рейтинг 18+, поэтому никаких претензий. Там уместное насилие, там оно не выпячивается, по факту. Можно стать твоим рабом? Можно. Окей, не буду подписываться. Нет, подписывайся, господи, подписывайся, пожалуйста. Это так себе, хотя нормально. Я скреплю весь скреплю. Так. Другие варианты. Не вижу других вариантов, потому что нужно начинать наращивать преимущество. Надо было сначала тапнуться, но это не проблема. Мы так чувствуем себя хорошо. Хороший, ну действительно, посмотри, у приста куда-то внезапно по мановению дурацкого приста, скорее. У меня много карт, а у него мало карт. Так эти все игры, и вы так и дримхаки выигрывались. Подписчикам потом не отвечаешь. Я отвечаю подписчикам. Подписчики — это мои деточки. Каждая моя деточка заслуживает того, чтобы я ей ответил. Вот я им и отвечаю. Каждой деточке равномерно по всем деточкам разбрызгиваю свои ответики. Они подставляют свои ротики. Как же это мерзко звучит. У меня никакого нормального хода. А что он сделал? Лицо бил? Что происходит? Так вот. Не, ну конечно, сбрасывать карты. Так много возможностей. Да много-то много.
Так много возможностей, а так... А так мало возможностей! Да погоди ты. Тебе нужно благословение. Да погоди. Да давай так пось... Я не знаю. Топ Керри, привет, Топ Керри. Привет. Не знаю, кто такой Топ... Дементор UA. UA. Первый месяц подряд, ты посмотри. Мы сегодня открываем, по сути, этим человеком, этой замечательной подпиской. Благодарим за поддержку стримов и открываем поток. Я надеюсь, поток, пока это... Ладно, я проигрываю. Ну, не то, что прям проигрываю. Неправильно ты сделал, надо было сначала ударить и разменяться. А он не может, потому что он слаб. Он бьет лицо. Это тот же приз, который лицо бил? Я начинаю замечать некоторую последовательность. Что-то делаю. Если по каким-то причинам вы не понимаете, что я делаю, вы должны немного проникнуться игрой. Вы должны сами поиграть. Многие люди говорят, не понимаю Hearthstone вообще. Не понимаю происходящее на экране. Смотрю только ради тебя, потому что ты в красивом нижнем белье постоянно стримишь. Ну, этим людям нужно все-таки нужно ознакомиться с оригиналом. Надо подумать. Да помогут мне духи предков. Северные волки готовы к бою. Ну ладно, чё. Это же сообщение с моим ником, но не мои сообщения, жалуется человек. Нет, я все читаю. Мне, я не понимаю просто этого приста, который продолжает делать какие-то штуки, которые ни в какое вообще сравнение не идут с нормальными штуками, которые должен бы был делать прист, чтобы сделать штуки. А какие штуки я должен сделать, чтобы убить все? Это бью. Так. Кого мне убить? Не, ну а чё? А мне не хватает урона одного. А где урон взять? А вот эта вот штука наносит один урона, по слухам. Атакую! Да вообще пофигу. Так-то вообще пофигу. Если вы все боялись, что наконец-то... Если вы боялись то, что не будет топовых разменов на стриме, то мы их обеспечили. В данный момент мы решили все-таки продвинуться немного по пищевой цепочке. А, сообщение на вебмане на лечение ноздри. Ну, я думаю, прооперируем ноздрю в скором времени, соберем нашей ноздреньке. Она с самого рождения ноздричка. Ладно, это не проблема. Кого мне убить? Мы продолжаем хит-парад топовых ходов. Вообще нет, на следующем ходе будет хит-парад топовых ходов. Потому как в данном... Я не буду тапаться, потому что прист абсолютно беззащитен против 4-4 мальчиков глазастеньких. А следующим ходом мы, возможно, оформим даже летал. Если хорошенько постараться, если в мире... Если произойдет маленькое чудо, если мы все закроем на секундочку глаза и возьмемся за руки и проведем волшебные палочки по губам... Интересно... Майнд контрол достойно. Ну что-то уж 6-3 бы ворот. Я, блин, магию собирался творить. Ну, блин, такие-то абриганы вообще. Абриганьи мальчики. Ну ладно, ты знаешь. Не очень-то и хотелось. Что делать, если мама не дает денег на пописку? Ну, это... Их немного должно быть денег. Денег вообще в жизни. Мы должны прийти к тому... По минимуму вообще. Я живу на 1000 рублей в неделю. Мне присылают степуху, я на нее живу. В лучшем случае в день поем черемшу. В худшем случае еда мне вообще противопоказана. Поэтому я просто пью специальные таблетосы. Таблетосы очень хорошие. Если вы настроены...
А таблетосов ни изжоги, ничего не бывает. Поэтому на таблетосах нормальный день. День нормально на таблетосах заходит. Не хочу тапаться, потому что могу проиграть. Так гораздо лучше. Так, мы восстановили вообще преимущество. Мы выстрелили бомбой. Нет, не тапаемся. Где берешь черемшу? Ну, у нас здесь растет. У нас здесь растет под боком. У нас здесь по около дома, вблизи дома. Это достойно. Достойно. Я думаю, я его убиваю, так, по ощущениям. По ощущениям, это похоже на убийство. Вообще, конечно, нет, надо хотя бы посчитать. 11 урона. Я вижу твою смерть. Свою смерть я не вижу, я вижу мастерское разыгрывание карт. Слишком поздно. Мне кажется, не оставили ни шанса данного присту. Учитывая все мои потрясающие топовые плеи, мы разыграли этого приста как по маслу, как по нотам. Каждое движение в пристовью голову, прилетевший каждый болт. Гул'дан и Утер. Я буду сражаться с честью. Твоя душа будет моей. Так, там все очень смешно, когда новое это, когда новое то. У меня хорошая базовая рука, мы сейчас... Secret Wars, Marvel, глядишь? Нет, никакие сейчас я нынешние... Никакие нынешние я Marvel события, комиксы не читаю. Не знаю, почему-то как-то в поле, в моем инфополе внезапно всплыла, прям активно всплыла Spider-Gwen. Не знаю, по каким причинам. Возможно, ознакомлюсь со Spider-Gwen. Сегодня Invisible Incorporated будет. Ну, я попробую ознакомиться с ней на данный момент. На стриме попробуем ознакомиться с Invisible Incorporated. Ну, так себе вообще. У меня нету нормального хода. Придется, похоже, жертвовать драконом. Иногда пацану надо с чем-то пожертвовать, чтобы подняться выше. Пацанский цитатлик по Хэндстоуну. Цитата номер 647. Следуй правилам. Мощь чувствовалась в каждом его плее. Эти паладины. Шо в стиме подарить, спрашивает человек. Я этим займусь. Я даже не знаю в данный момент, что у меня ведьмак есть. Не знаю. Лучше деньгами. Или Dangerous, в который я никогда не буду играть. Так, ну это плохо. Это плохо в данный момент. Нам придется делать так. Другие варианты, других вариантов нет. И у этого паладина не будет трусильвера. Мне кажется, единственное, что данного паладина в этот момент в единицу времени спасло бы. Так, кобра тоже. У меня таунты есть, поэтому никаких проблем я не испытывал. Ну а мой бог! У меня есть вообще хоть один таунт в колоде? Да, про три бомбы забывать негоже. Извините заранее. Заранее извините все, кто через секунду начнет спамить кровавыми ушами, я уже понимаю. Я уже понимаю то, что этот момент застанет. Так, нужно очередного качественного контента залить. Приказание.
немного качественного контента в поблос залил. Я не хочу вообще, я не хочу бить этого человека. Но вообще надо бить этого человека, потому как... Это паладин, паладин может и убить. Разбафываем немного деточку, кидываем штучечку и сидим дальше. Дед умер от крика. Кто из лысых в Mad Max тебя возбудил больше всего? Ну, конечно, тот, который... Я его сразу узнал, кстати. Некоторые не узнают, а я узнал сразу лысого, тот, который... Который главный лысый. Ну, у него 30 хп, у меня хп чуть поменьше. Ну, данное количество хп меня, в принципе, устраивает, как человека вообще. Проблема в том, что если прям каждый ход делать то, что я собираюсь делать... Прелесть. Так, неплохо сидим. Вот как в данной ситуации можно проиграть? А мы сейчас узнаем, как в данной ситуации можно проиграть. Несколькими легкими движениями данная ситуация. Но он хиляется и хиляется. Конечно, урона-то уже поболее, потому что можно делать всякие сексуальные штуки. Ну не хватит же, да? Не хватит же. 13, ну там нет. Или да, 10, 17, 21, 23, 28. Ты называешь это оружием? Да сдавайся, паладин, сдавайся. Говорят, точно летал, гарантированный летал, говорят. Окей, держите в курсе. Не-не-не, мы играем сейфово. Никаких там не будет... Никаких там не будет выравнивания, консинкрация. Да, победа за мной. Давай, отваливай. Дэйм! Прелесть, господи, это самое красивое, что я когда-либо... Я никогда не признавался в любви. Но если однажды я захочу... Где это моя сладенькая? Моя сладенькая исчезла. Здесь была моя сладенькая. Она лежала здесь. Она была хорошо собой. В ней было 100 монет. И если бы однажды я бы признался именно ей. Я бы нежно обнял ее за грудки. Отхлестал ее по щекам. Возможно, плюнул бы в рот. И сказал, господи, я люблю тебя. 100 голды. Моя душа будет моей! Джайны. Ну все, собственно, да, вот эти вот все трибыхания в песочнице, выволакивания в песочнице закончились. И начались суровые трудовые буйни с джайнами. О, господи. Окей. Еще и с легендарными, ну конечно. Будешь играть в Rust, если подарю. Все вот эти вот мои знакомства с выживачами на стриме заканчиваются примерно на том, что я не играю в итоге. Точнее, я играю, я понимаю, что это все очень плохо. Вот это вот была замороженная игра. Как она называлась? Cold Fear. Frozen Heart. Believe in my ice popsicle. Вот это вот игра, в которой по льду ходили. Да, много секретов, это не очень хорошо. С другой стороны, это достойная контра, потому что практически гарантированно ничем. Я, конечно, хотел вот так, но придется жить с тем, что имеем. Ладно. Играл в ядерный титбит? Нет, но я помню, что это такое. Это квест такой сортирно-юморной, который делал
По-моему, Даня Шаповалов это делал. И у него была еще вторая часть, которая... Которая была... Вот это... Ну, короче... Блин. Я что-то сказать все хотел, забываю. А что ты выжила-то? Блин, ну, Энн Хэтэуэй могла не подводить меня в данной ситуации, конечно. Ну, что я сказать хотел? Тапаемся, чё? Ну это! Отстань! Я забыл мысль. Да, Шутан еще был по ядерному титбиту. Не помню, как назывался. Нормально сыграл, достаточно топово. Моя работа крайне важна. Отстань! Драконов у тебя нет. Ты мечтаешь быть похожей на драконов, у тебя нет. Поэтому все идеи. Прокрылый страж. Хотел бы делать игро-новости. Игро-новости-обзоры, если бы платили норм, соответственно. Чё? Ну ладно, не пингуй, что началось. Какая из сосок в Mad Max понравилась больше всего? Я вчера уже отвечал, что они примерно все на одном уровне. На одном уровне сосовости. Ну как бы... Соски как соски. Ужасное слово. Соски лучше. Мы возвращаемся к вчерашним беседам. Нужно уже дальше двигаться. Нужно жить в мире. Ну конечно, карты я тяну просто как психопат. Врата открыты. Перчика Запера играл, ты только с подписчиками общаешься? Нет, я не знаю, что это, и не только с подписчиками. О, мой бог, где же мои 7 маны? 8, 9 маны, точнее. 8 маны, точнее. Блин, а как? Как играть-то, лол? Ну, то есть не то, чтобы прям лол. Ну, нет, это не очень. Почему пацанский, а не мужицкий? Ну, потому что мы молодая, перспективная, развивающаяся компания, которая в данный момент занимается развитием направления Хардстоуна в России. Как выигрывать-то? Нет, он меня, конечно, похиляет. Это всегда радует. Забыл про War Thunder со зрителями? Нет, не забыл. War Thunder будет в понедельник, я так понимаю. Сегодня, я так понимаю, все-таки не понедельник. Сегодня все-таки воскресенье. Какие есть варианты? Варианты есть побольше всего на лопату накидать, а потом уже сидеть. Ну как бы, блин. Оруженосец! Если хоть кто-то из них выживет, я смогу хотя бы усиленное пламя тьмы проюзать и все вот это вот. Я не знаю. Я вообще-то серьезно спрашивал, пишет человек. Ну, если серьезно спрашивал, пиши в личку, обсудим, господи. Так, никто не выжил. Но мы свой скиллстрайк все равно сделаем. Наш день еще наступит. Еще будет время. А кто у меня остался? Кто меня не устраивает, ну ладно, чё. Ты называешь это оружием? Ну и сиди с одной картой. А у нас 18 хэппи, карты, всякие штуки, ништячки. Есть даже парочка пончиков с медом и корицей. Ой. Клей Entertainment, еще занятный выживач, Don't Starve. Играл, как тебе? Ну, кстати, он мне не особо, потому как... Потому как... Зачем паблик сделал? Потому что эта мысль не давала мне покоя. Паблик, в котором лучшие люди человечества собираются, где собирается интеллектуальная элита. И качественно проводит время. Не знаю, что я делаю. Я сначала делаю штуки, потом тапаюсь. Вот что я делаю. У меня много карт. И я тапаюсь. И потом делаю штуки. И ноздря до сих пор не прошла, поэтому я не знаю, как мы будем дальше стримить с одной ноздрёй. Мы раньше всегда на троих соображали.
Ну окей, второй Flame Strike. Это немного, конечно, пацана огорчает. Гугли Kitty Powers Matchmaking. Встань от меня! Да, у этого небось. У этого небось еще. Он такой мерзенький маг. У него есть и фаербол, наверняка у него всякие штуки есть. Сейчас посмотрим. Ну конечно, 7-7, а чё бомбить? 7-7 это. Семя. Отчаянные времена требуют отчаянных мер. Без разницы, говоря. Я могу... Ну, я, конечно, рискую, оставляя живых. Именно его. Интересно. Мое время почти сильно. Два флеймстрайка у пачана. Ну, много-много вариантов, конечно, убийства, фростбам. Да, третий флеймстрайк. Всего-то. Всего-то третий. Но мне сейчас темная бомба придет, поэтому здравствуй, не здравствуй. Твою мать, только не это! А как выигрывать-то, лол? Да ты что, шутишь, что ли? Да, три флеймстрайка, а то чё. Собственно, я уже умираю практически из-за всего чего угодно. Ну, сейчас темная бомба придет. Это не проблема. Лик тлена, который... Добрый. Ну, конечно. Ну да, собственно говоря. Учитывая то, что оставшийся мой чувачок был уязвим вообще ко всему. Ну почему? Почему я так сыграл? Мы сыграл так, а не как надо было. Потому что мы здесь устраиваем небольшое шоу для наших подписчиков, для наших зрителей. Мы устроили здесь небольшую вечеринку, согласно которой... Это так тупо то, что я запущу. И удар. Твоя душа будет моей. Твоя душа познает муки. Да моя душа познала муки. Знал бы ты, как мне было тяжело, братан. Мы с братанами бы... Почему это так смешно? Что я сейчас запустил, боже. Окей. Какими ушами пользуешься? Хочу такие же купить. У меня Sennheiser HD215, но... Можно что-нибудь получше поискать, потому что басов не завезли. Расскажи историю. Купил сегодня... История очень интересная. Купил сегодня терку с контейнером. То есть ты трешь, и сразу в контейнер штука попадает. Еда натертая. Как тебе такая история? Ну, блин, мне не нравится. То, что у меня в данный момент происходит. Окей.
войска! Нанотехнологии. Да-да-да, мы живем в современный мир, современные возможности, современные композитные материалы, кевлар, паучьи тянущиеся какашки, из которых делают бронежилеты. И это позволяет нам достичь таких высочайших технологий, как терка. Этот аксессуар, вероятно, не поддерживается, написал мне iPad, когда я воткнул в него зарядку. Трудово. А заряжать-то тебе как? Ты ж сейчас разрядишься, я ж читаю чат с пачанами! Ладно. Он нереально не заряжается. Я не хочу еще. Блин, пацаны, походу надо на кабель зарядки. Надо скидываться на кабель зарядки. Респект моим фанам, которые наскребли мне на новый кабель для iPad'а. И потом распаковку сделать, еще и тест. Тест на... Мы должны очистить солнечный колодец. Зачем меня призвали? Это плохо. Я не хочу опять быть вот этим вот 3-3 отщепенцем. Бездна ждет. Да, все сделали, тапнулись. Нормально, как всегда, сыграли хорошо. Гуфовский саб. Почему-то так смешно. Все, что происходит. Я вас люблю всех. Всех. Прямо от души, реально. Ну, в том плане то, что да. Никогда не должен вас любить, господи. Но в том плане то, что вы хорошие люди. Вот эти вот люди, которые делают вот эти вот вещи, они хорошие. Я не знаю, кстати, почему. Меня. Так, окей, в моей голове это выглядело лучше, чем на данный момент. Слишком просто. Алганис, я вечен. Что? Смерть меня не страшит! Это действительно так необходимо! Ну конечно! Ну какой? Откуда он у тебя, сынок? Чё же за игры такие? Слишком просто! А как выиграть-то? Или мана. Мне не хватает маны. Таунт поставить не хватает маны. Генна. Ты Генна. А потом говорят, чё ты не стримишь, Хардстоун? Чё ты? Не можешь через мою продвинутую защиту пробиться, слабенький. Давай, отсидись один ход, ничего же не произойдет. Не, это плохо. Малганисом давай. Малганис, я повелитель магии. Ну я сейчас расчищу. А я не могу уже расчистить, потому что адское пламя. Мне жаль. Есть. Мне выпадет что-то хорошее. То, что нужно, выпало. Мне жаль. Я еще и сыграл неправильно, я мог его хотя бы убить. Да. Никаких проблем. В данный момент мы...
классики. Мы решили немного пройтись по классике в данный момент. Привет, привет. То, что привет. Раньше, ну, подписчик хоть поддержал второй месяц подряд покрышка. Второй месяц подряд покрышка поддерживает стримы. В нелегких 3-3 дебрях, заблудившись, блуждав всю ночь и к утру лишь найдя покой в объятиях покрышки. И арены 3-3 мы нашли. Да голды мне дай, чё мне... Спасибо большое за подписку и за поддержку стрима. Хорошо. Золотая обычная карта. Ну, полилось я, конечно, но не то, чтобы меня это радовало. Так вот. Дека плохая, говорят. Нет, нормальная дека, я там просто... Некоторые ошибки были. Mistakes were made. Так вот, давай небольшую рекламку, 30 секунд посмотрим, а потом уже будем еще одну арену, возможно, и мутузить. А возможно, даже мурыжить. Сейчас, не разбегайся и возвращайся. Реклама. Да, действительно. Всем привет еще раз. Я не знаю, смотрел ли кто рекламу или нет, но мы вернулись, и мы еще раз, еще один раз, мы немного еще один раз здесь. И я думаю, нужно все-таки его... Да, нам, я по ощущениям, немного в мозжечке покалывает желание набрать фоллстрайков, да. Надо как-то реабилитироваться после вот этих вот всех джайн, которые вообще меня не слишком-то... Меня два варлока унизили. Причем легендарками. Да, окей, ладно. Хорошо, ок. Да. Аргуса берем. Аргус дает нам та... Готово уже. Понеслась. Топовые, все топовые берем. Заклинания. Все, что нам нужно было. Хорошо. Два дроп мы тоже вот заберем с собой. И ученицу-чародея с собой заберем в дивный мир. Нет. Нет. Ледяной элементаль. Да. Аниме-морозень против двух карт. Нет. Морской великан вообще зайдет. Морской великан зайдет. Еще одна ученица-чародея против карты, которую никогда против дивергента. Еще одна ученица-чародея, просто базовый 2 дроп. Взрывомах, нам нужны мехи. Взрывомах. Чародей. Столивар куда зайдет? Ну, так вообще зайдет, если хотя бы какие-то другие карты придут. Хорошо, хмелевар. 3000 зрителей, пишет человек. Давай проверим его статистички. Да, друзья, всем привет. Мы набираем карты, 3000 зрителей, мы берем Синдарайку. И мы берем из этого всего многообразия восхитительных карт. Нет, ну конечно же, есть дивная синергия, Синдарайка через монетку, потом Седа Спин Патриа. Ну блин. Ладно, берем всадника на волке. Берем червя. Второй хекс. Нет, Варген разведчик хороший. Первый дроп. Леонид сокрушитель. Нет, вожак волков. Тебя бафать нечем. И таунт, но уже как бы 4 дропа. Вкусный зомби, ладно, теперь у нас есть супер ранняя агрессия и карты тянуть. Дворф. Все, с один дропами покончено. Скрытый убийца для лейта. Снегочух. Раздвоение, потому что драконов нет. Поздоровался, 40 человек ливнули. Ну какие-то вот пугливые, такие вот нежные какие-то. Нежные создания. Практически, возможно, девочки, которым... Так, раздвоение берем. Ментального техника берем. Нам нужны механизмы, говорил он, и не берет механизмы. А зачем нужны механизмы? Или это были нужны механизмы в какой-то другой момент времени, когда механизмы были, а теперь уже... А, подзоромага. Вообще нужны, но я не взял. Зато второй флеймстрайк всегда в руку прилетает с радостью. Взять под таунт. Ну, два полиморфа это не очень. И под таунт, конечно. Ладно, какая разница. Мне уже в любой момент времени уже ничего не спасет меня в любом случае. Берем пантеру. Берем ветролет, берем. Чероплет берем, похоже, в данный момент.
Народ присоединился. Да, как-то удивительно, но из-за рекламы народ... По-моему, это Twitch что-то мутит. Народ действительно во время рекламы народа становится больше, а потом народа становится меньше. Загадочные перипетии. Берем чероплета. Живем в мире, в котором взяли чероплета. Раз, два, три, четыре. 4 2 дропа. 5. Да, удачи мне с этим. Я бы еще немного компенсируем 2 дропа и возьму пироманта. Не знаю, ну что-то я взял. Что меня как ластца бы не записал. Да, как-то я нежно поздоровался с покрышечкой, а как ластца бы не записал. Это нужно компенсировать. Например, записав. Неплохая компенсация была по всем параметрам оформлена. Жайна! Не стоило напрашиваться. Моя магия сокрушит тебя. Ладно. Ну все, мы уже выиграли. Колода заряжена на 3-3. Я не удивлюсь, я не уверен. Вообще, мне кажется, колода на большие подвиги способна. Здесь штуки, здесь грязевики. Здесь есть 3 карты в руке. В данный момент карты у меня уже кончились, поэтому можно уже и сдаваться. Ну ладно. Я прям фейс я дрожащий или честь имею? Да, по-моему, фейс. Кто у мага за рубашка, спрашивает человек. Если ты про меня, то у меня профессиональная донаторская рубашка. Если ты про него, то это, блин, 2-я, по-моему, в истории. Какие-то страшные мувы пошли. Не хочу жить в мире, в котором такие мувы были и вообще происходили. Ладно, это не проблема. Мы делаем... Окей. Как тебе сексуальный карлик из Mad Max? Ну, я еле сдерживался в зале. Но, правда, не из-за сексуального карлика из Mad Max, а из-за чего именно тебе знать не... Почему так плохо? Зато ранних карт набрал. Ну да, молодец. Зато ранние карты. Или урона... 6 урона нанес. За короля лича! За короля-то да. Нет, я ничего не буду делать. В данный момент мы контролировали стол. Мы контролировали. У меня были причины сделать это. Как моя котейка поживает? Моя котейка замечательно поживает. Моя котейка просто... Я ей купил 3 колбасы. Я, по-моему, говорил то, что уже купил 3 колбасы и накинул на клык. Но если по каким-то причинам я забыл рассказать увлекательно то, что как я свою кису колбасой кормил. Специальная кошачья колбаса. Крошка. Лекаря. Ну, такие нормальные парни, которые нормально контрят моих парней. Это плохо, вообще-то. Ну, кстати, прям нехорошо. Темп потерял. Да, действительно, я темп потерял. А мах как-то прям темп, по-моему, нарастил. Опа. Я не знаю, кого пинговать. Они оба такие вкусные. Будут ли другие игры? Вообще, в теории, мне бы хотелось. Возможно, мы будем другими играми однажды. Чё так плохо всё? Почему у тебя всех 4? Я не могу! Ладно, мы скиллово сыграем. Я думаю, в данный момент... Мы сыграем по скиллу.
Это вот так. Потому что снегочух это два урона. Мы заморозили то, у кого три хэппи, потому что мы маги, мы допингать не можем. Трепещи перед мощью Штормграда! Да не то, чтобы я сильно трепетал, скорее, но не всегда. А, ну да, Милхаус. Могущество. Я щит Аргуса. Собираюсь ли я серьезно заниматься группой? Ну, это такая тема именно группы. Сама тема группы. Посмотрим, насколько дней хватит, собственно говоря. А потом уже будем жить в мире, в котором мы узнали, насколько хватило. И что-то с этим делали. Шайна. Так вот. И Малфурион. Я должен защитить природу. Не стоило напрашиваться. Я не знаю, где что-то пошло не так. Но в данный момент мы как-то что-то сделали не так. Но мы вернемся еще. Мы не вернемся. Те времена, когда я делал хотя бы три победы. У меня все есть. У меня были два флеймстрайка. У нас было бесконечное множество варгенов-разведчиков. Я чувствую запах крови. Please make an interview with Konami about Кодзима. Английский. Окей, сидим. В минус играет? Да, по-моему, я в минус ушел немного в данный момент. Отморозки не зашли. Ты знаешь, да, команда отморозков как-то не сработала. Ого! Ну, блин. Брось камушек для тебя всегда, пожалуйста. Топку бросил, угольку подбавил. Не хочешь замутить автопик? Замутим. У меня скрытые ребята, мне страшно жить. Часто вообще стримы бывают, но они бывают пополам с настроением и... Так, ладно. Абсолютная контра всем моим вот этим вот мальчикам. Нет, хотя не особо контра, потому что у меня есть всякие сексуальные штуки. Первая сексуальная штука выглядит. Да погоди, я знаю. Первый стример, сыгравший 0.5. Без проблем. Мы можем себе позволить в данный момент. В данный момент я себя уже ощущаю выше стримов. Я парю. Я служу крылу тьмы. Ха-ха-ха! Ну вообще нет, не ха-ха, там еще и дракон. И мне нечего выкладывать, потому что... Есть крутой ход! Вот смотри, я вот так делаю. Это сидит. Это засада. И я напинговываю. Она убивала. Доктора Стрэнджа, правда, будет играть вухинист Камперпун? Да, по слухам, да. Нахрена ты вообще эту пантеру взял? Пантера берется. Пацаны, хотелось бы вас успокоить и с радостью сообщить, что пацаны берут пантер. Я не могу это сделать. Я не знаю, отстань от меня! Какое вообще? Как мне живется вообще? Каждый день это победа над собой. С утра, проснувшись, я понимаю то, что впереди еще целый день безделья. И нужно что-то с этим. Нужно... Ну, конечно, у него срабатывают! Ну, зачем, чё? Ну, всё, настало мое время. Время серьезных мер.
Звездные времена. Привет, привет, привет! Звездные времена требуют серьезных подписчиков. Ведро... Нет, не ведро. Ведро Л... Ведрол. Ведрол, нижнее подчеркивание Л. Ведрол Л. Подписался на стримы первый месяц и... Что он там делает? Он что-то... Я слышу, он делает, пока я с ведролом общаюсь. Спасибо большое за подписку и за поддержку стримов. Он что-то сделал, я слышал по звукам. Это были... Ну, у меня тут топовые карты пошли. Ну, поздоровайся. Привет. Ну, там нет свайпа, поэтому я ничего не выложил под свайп. Я знал, что там нет свайпа. Крошеры никогда не беспокоили меня. Прожив всю жизнь, я наконец-то понял, твоя то, что... Твоя магия тебя не спасет. Быть крошером и существовать крошером в одной... Возможно, там летал, и мне, возможно, даже надо его посчитать, потому как... Да, ну какой летал? Ну какой летал? Это 10 урона, это всего 16 урона, это 17-18 урона, 19 урона. Ну почти. Так-то по факту. Ну ты, конечно, здесь вообще ни о чем. Окей. Хорошо. Гуф, где мои легендарки, спрашивает. Допусти мне ворота, а то дует. Спасибо, пожалуйста, пожалуйста. Для подписчика не жалко ворот. Another day, another struggle, пишет человек. Типа, очередной день, очередной фурункул вскочил на моем атлетично сложенном теле. Ну, извините. Да, пацан с фурункулами все равно достоин любви. Надо запустить в пацанском паблике, по-моему. Да ты проиграл. Ну ты все равно проиграл. Я? Так-то ты, конечно. Вот, держи игрушек. Как тебе Тилониус Монг? Первый раз услышав это имя, я в данный момент не уверен, то, что это вообще существовало. Ну, блин. Ну, кстати, мисплей. Ну, кстати, нет. Нормально. Говорят, если долго тыркать дирижабль, то он немного свое положение в пространстве изменит. А я говорю то, что это похоже на клюв. Закрыло тьмы! А там таун, что ли? Вагуан! Ну, кстати, можно. Да, я выиграл два флеймстрайка, меня спасли. Так вот, все, одна победа сделана, я думаю, на сегодня можно с победами и закончить. На сегодня, в принципе, можно и сказать... Пока! Пока, все, стрим закончился, пока. Муа. Испугал. Окей. Так вот. Два флеймстрайка, сильно теряешь темп. Ну, ты сильно теряешь темп тем, что выигрываешь, примерно. Тилониус Монг, отличный джазовый пианист. Больше похоже по названию, больше похоже на... По названию больше похоже на какого-то электросумо-борца. Роботизированного с Хью Джекманом.
меня хорошие дропы есть. У меня есть очень хороший первый дроп. Потом достойный. У меня потом будут... Мне, я думаю, через монетку бомбитролёт разыгрывать. Зачем лягушку взял? Потому что лягушка отлично заходит через монетку. СМС-очка пришла, давай почитаем СМС-очку. Ой, какая СМС-очка хорошая. Ответили на СМС-очку, можно дальше играть. Да, это не проблема, я всегда находил решение данных проблем, потому что всегда... Фейсмак всегда срабатывал. Не счет. Не вижу возможности менять счет. В данный момент мы будем делать вот это. Ну, это слабый ход, откровенно говоря. Вызывает опасения, конечно, действия людей, которые... делают такие ходы. Я бы даже сказал ходы. То ли дело я и мой маленький малыш, моя маленькая сексуальная кенгурушечка вертолет. Наблюдаю за твоей игрой и вижу, что ты не можешь апнуть 61 уровень. Потому что их всего 60. Well met. Неплохо сыграно. Твоя душа познает муки. Я не могу сидеть без... Ну не надо. Но объективно нужно убивать волка. Хорошо. Ну блин. Ну ладно, 5-4. Работаем с тем, что имеем в данный момент. Положи это яблоко себе на... голову. Я не привыкла так рано вставать. Мама, до флеймстрайка долго? Я чё-то умираю. А как играть-то? У меня есть ход. Я думаю, тебе понравится этот ход. Это тупой ход. 9 в лицо. Ну а потом что? Он просто сделает бум-бум. У меня есть секси-ход. Я придумал самый секси-ход, который на данный момент единицу. Данную единицу времени главный секси-ход был моим, и я его сделал. Я расконтролил стол. Я не привыкла так рано вставать. Зачем меня призвали? Долго до скиллстрайка, мам? Да вообще нет, недолго. Будем копировать парней? Да вообще будем. Что это? Окей. У нас есть СМС-очка! Хорошо. Почему маму не пускаешь стримить? Достойно. Разведулечки. Дайте меха, мам! Да, у меня, возможно, и нет. Ну да, удачи. Вот бы была у меня карта, которая могла бы расчистить стол. Я бы был так счастлив, А я в данный момент чувствую себя. Мисплей, говорят. Нет, это не мисплей.
Куда ты драку-то собрался вставлять? Дурачок. Ну так вообще, конечно, да, если бы у него было три... Если бы у него было сейчас два, три урона, он бы у него уже было 10, я бы его вообще убивал. А сейчас, возможно, я могу и не убить. Нет, вообще убью. Ну, в лицо же. А можно меха? Можно меха? Это не мех. Я мечтаю быть похожей на тебя. А у него нету вывихнутого пальца. Мы можем себе позволить работать. Мы можем разработать вообще по ситуации. Ты любишь джаз или бибоп? Бибоп норм аниме. Ну так я скорее блюза. Вчера навернул Биби Кинга. Ого. Ну исцелятора у тебя нет, конечно, поэтому я даже не буду смотреть, что он разыграет сейчас. Я по звуку, конечно, пойму. Но он должен видеть, как я тереблю. Он должен. Здравствуй. Я теребил. Меня устраивает. Джайна и Рексар. Да начнется охота. Рексар. Не стоило напрашиваться. Ну, конечно же, против Рексара мы оставляем ментального техника. Я думаю, пожалуйста, обнови счет. Счет обновлен. Счет обновлен, и мы сидим в мире с обновленным. У меня есть все. У меня есть все, но карт не предвидится. Но мы вперед рвемся в бой. Как мне хочется уже дополнения. Ну, блин, какая черная гора, Blizzard. Я надеюсь, уже в июле хотя бы. Хотя бы в июле, надеюсь, будет новое... Ой, как это называется? Как это называется? Expansion. Ну, ты, возможно, потом прокнешь, поэтому просто выкладываем базовую жабку, которую взяли, потому что жабка базовая. Ты-то куда лезешь, хуй сосина? Еще подойди за ручку здороваться на дримхаке. Ну ладно, ко мне это не проблема. Вообще проблема, потому что... Сижу прям с одним стрелем. Окей. Ну, kill command на червя, если он хочет жить в таком мире. Я его не буду останавливать. Где теперь вот настрельщик? Блин, ну против Хантера давай так сыграем. Там же нет никаких раздвоенных выстрелов. Там нету вот этих вот штук. Мы можем позволить себе комфортно. Да, тем более то, что... Крошер, который примерно разменивается на две карты. Конечно. А чё бы ему и не разменяться-то на две карты? Ну, блин. Ну так вообще. 800 карт потратили на одного крошера. А так неплохо. Вот его и сюда подоспел. Я говорил уже, что я несчастный. И вот сейчас моя несчастность, она все явнее и явнее во мне. Мат на стриме плюс 300 человек. Знаю чем. Ну, кстати, да, аудиторию знаю чем поднять. Это пацанский стрим. Да, один раз не ваномас.
Господи, такие вот эти шутки. Мне теперь приходится как бы это... Мне теперь приходится на всякие пацанские цитатники. Я, короче, в закладки добавил. Я добавил в закладки 4 пацанских цитатника, где черпаю вдохновение для пацанского Хэдстоуна. Зачитываю их в закладках. Пацаны поймут. Душа пацана. Падик и обнуляй. И я теперь черпаю из них вдохновение. Ну, что там было? Ой, не! Ну, вообще жалко. Да по-хорошему бы, конечно. Ладно, понял. Я буду кашлять. И это будет звучать, возможно, не слишком аппетитно. Но в этом мире мы живем сейчас. Ого! Ну, удачи тебе. Ну, это похоже уже. Не-не-не-не, только не... Не меняйся. Лицо! Ты хороший покладистый хантер. Ты будешь в лицо бить. Началось. Выстрел? Я не против. Забирай мою черепаху. На Альфа подпишись еще. Пойдем зачитаем пару цитат с Альфа. Название уже вдохновляет. Альфа-банк, что ли? Я не думаю то, что на Альфа-банке есть пацанские цитаты. Так. Смотрим. Мопед Альфа. Альфа, дом отдыха. Альфач, может? Альфач. Есть паблик Альфач? Поиск. Альфачи 3000, нет, ну это плохо. Будущее нам готовит примерно то, что все плохо. Я не могу это сделать. Все плохо. Но мы немного расчистили. Неплохо. Окей. Передай мне тангенциальный вращатель. Душа пацана 41 минуту назад. Бывает так, общаешься, дружишь, а потом понимаешь, что любишь. О, мой бог. Ставь плюсик, если жизненно. А можно, чтобы это было не оно? Хочешь поиграть с огнем? Ну блин! Мне очень нравится это. Ну откуда ты это достал? Ну не размень. Ну. Так, ну кстати, он торганул лицом нормально. То есть я пинганул прошлым ходиком, уже был бы летальчик. Здравствуй. Кажется, я знаю, к чему это идет. Хелло, блин, выхилится он. Здравствуй. Да. Здравствуй. А чё меня кобра не убила, кстати? Разве Джайна это не существо? Она же женщина! Джайна! И Джайна!
стоило напрашиваться. Моя магия сокрушит Джайна тебя. Джайна и Джайна. Хорошо. Ну, конечно, сразу, как до трех побед до Кандахари, сразу начинаются вот эти вот все задвиги. Петролёт. Ну, у меня же даже мехов нормально. Ну, почему? Почему так? В итоге-то плохо. Здравствуй. Не то чтобы прям здравствуй. Особенно учитывая то, что у меня ничего нет, но хорошо. Я буду лучше пацанские цитаты искать. Не судите меня за прошлое, я не живу там больше. Но это как-то не очень. В моем детстве не было мобильных телефонов, но я всегда знал, где мои друзья. Это уже лучше. Уже что-то начинает что-то прощупываться во мне. У меня проблемсы, ну ладно. Скрывай боль под улыбкой. Никому твои проблемы не нужны, кроме тебя самого. Блин, жиза такая поперла вообще. Еле слезы сдерживаю. Тут очень смешная еще реклама про увеличение размера пинуса. Но я ее зачитывать не буду. Никогда не... Никогда не сдавайся. Сдаются только квартиры, проститутки и слабаки. Ой, слушай, ну это, кстати, неплохо. Здравствуй. Я пошел отборный мем делать, короче, вы сидите. Неплохо сыграно. Прямо из стрима прямой наводкой элитные мемы. Интересно. Ну а чё? Мана, блин, скрин... Окей. Ну это неплохо, это я сейчас запою. Почему без курсора? О. Тебе нужно благословение? Ну не то чтобы прям благословение мне нужно, чтобы выиграть хотя бы 4 победки. Так, все, почти запустил. Тихо, пацаны, качественный контент прет. Опа. Так, ладно, продолжаем играть, продолжаем доминировать на арене. Это какие-то топовые пошли ходы, я не понимаю. Жатар. А мы будем что-то делать с Жатаром? Не-а! Мы будем... Летало нет? Да нет, летал я практически. Я свою стримерскую карьеру ставлю на то, что летало не было в данный момент. Не могу я, по-моему. Еще пару таких пацанских цитат, и я умру. Ладно, все, Джайна. Мы пока суть до дела, немного еще и Джайну заковыряли. Так что да, спасибо паблику «Душа пацана», он сделал мой день. Душа пацана. Почему душа пацана? Я, по-моему, рассказывал. Не помню, рассказывал ли я это на стриме или нет. Насколько... По-моему, нет, кстати, не рассказывал. Я ехал
в общественном транспорте, и рядом со мной сидел Альфач. У Альфача в одной руке был мобильный телефон, в другой руке у Альфача была пачка сигарет. И Альфач, он пролистывал свою ленту, ну то есть фид, да, то есть ленту подписок. И он сосредоточен, у него там всякие МДК, вот эти вот всякие Альфачи. Он ни над чем не смеялся, он сосредоточен, с каменным лицом пролистывал все это. Иногда немного кивал, но он одобрял написанное и пролистывал дальше. Иногда он заносил палец и ставил лайк. Он это делал очень точным, отточенным движением. За секунду он ставил лайк и пролистывал дальше. Царский лайк. Иногда палец заносился в раздумьях. Несколько секунд он держал и вот иногда даже убирался. То есть Альфач решал, достойно ли это его богоподобного лайка. Вот тогда примерно я и вдохновился делать поблос по Хардстоуну. Ой. Так, кто-то мне чат сломал. Тарас не может понять, кто сломал чат. Тарас! Так, окей. Что самое смешное, даже я не могу понять, кто испортил чат, хотя я вижу на планшете, кто испортил чат, но я не могу этого человека вычислить почему-то, что-то очень странное приходит. Так, 3000 зрителей, кстати, друзья, всем привет еще раз, мы здесь немного начинаем сразу же паладину по темпу проигрывать, потому что мерзкий-мерзкий паладин делает всякие штуки. Эх. Вот сейчас я вижу чувака. Причем я забаню чувака, и ничего не происходит. Ну, смешные вот эти вот все парни, которые... Ладно. Я вижу. Ну, кстати, я уже начинаю проигрывать, собственно говоря. Еще и секрет. Давай мы с тобой договоримся, то, что ты не будешь. Ну, на снегочуху он по-любому согрится, а вот на сексуального террориста, возможно, и нет. Так что, к сожалению, придется разыгрывать сексуального террориста. Я уже проиграл. Если мне сильно подфартит, то на пятом ходике через монетку я сделаю вещи. Но по факту я проиграл. Ой, как будет хорошо, если он вообще... Я даже не буду... Давай лицо. Ну лицо, братан, объективно. Что за дичь просто? И вот сейчас два флеймстрайка. Они у меня были в прошлой игре в руке всю игру. Но сейчас они не придут. Твою мать, а. Мы должны очистить солнечный колодец. Может, еще сюда бафнешься? Ну, как тебе сказать? Ты следуешь, да. Только не говорите, что я мог морского великана разыграть. Вроде не мог. Через монетку мог? Нет, не мог. Ну, такси, конечно. Счет поменять надо, да, счет надо поменять. Чё за паладины такие? Супер агрессия, просто супер агрессия. Ну это понятно, так, конечно. Так размениваться нужно по-любому. Это плохо. Что? Почему? Я буду повтор смотреть, все заткнулись, я повтор смотрю. Как я это мог сделать? Давай по... А, ну я вообще даже не туда тыкал. Лол. Окей. Что происходит со мной? Я сломался. Ты не пройдёшь. Так, сообщение на Яндекс. Пересматривал тут пару твоих видосов, но мне их обещал каждый... понятно, да, каждый 5000 подписчиков в видео. Положи эти деньги себе в кошелек. Спасибо за донат и за поддержку стримов. В мое время это были большие деньги, пишет человек про 25 копеек. В твое время, да, возможно. Мне не хватает еще и маны. Мне не хватает маны. Чтобы еще и напингашить. Мне бы хотелось напингашить. Но нет. Мне не хватает. Бум-бум. Мне ничего не хватает. Тихо. Это твое.
Зато сыграл хорошо, но я думаю, ну почему? Да блин, ну это... Чё с паладином? Чё с паладином? Чё это за паладин? Чё за паладины? Чё паладин такой? Как жить с такими паладинами? Паладин, ты чё? Ну-ка... Когда уже появится паладин, которого я смогу нагнуть? Будет ли хоть один? Шайна и Малфурион. Я должен защитить природу. Не стоило напрашиваться. Да, ты меня подвел уже один раз. Но вообще, конечно, я сам себя подвел по факту там. 3-4. Нет, 4 не... Нет, 4-3. Блин, ребят, вы там, конечно, в предложке вы не обижайтесь, если я что-то не запущу, потому что и так много всего. А то зафлужу пацанам, пацаны не поймут. Окей, это не проблема. Не проблема, потому что у меня есть достойные ответы. Вот где? Ну где мехи? Где мои штуки? Никаких штуках. Никаких штуках мне больше не приходило. Штуков. Никаких тоже. Ладно, это мы убьем. Слабо, конечно. Это слишком слабо. В данный момент ничего не радует, так как раньше. Это я и мистер Кусака. Ну блин. Окей. Давай так посидим. А дальше будет видно, как вообще из этой ситуации выкарабкиваться. Через пиротехника бы мох. Я знаю, что мох. Сейчас следующим ходиком, возможно, я оформлю. Это то, что надо, девочка. Ну вот это вот все, это мы будем убивать. Но ты мог бы ударить. Он мог бы. Но теперь я не очень-то и хочу. А надо. Ну тут всякие глупости, конечно, делают. Ног, ты немного неправильно сыграл. Но в том смысле то, что твои ледяные штуковины немного, ну вот, в общем, да. Почему все эти люди бьют в лицо? Я тоже буду. Я тоже буду делать штуки. Я буду делать качественные штуки. Качество, качество. Это то, ради чего мы, собственно, подарены Invisible Incorporated. Будет ли? Ну, ты видишь то, что арена в данный момент еще... Кто украл запятые из мудрости дня? Запятые не влезают. Ты видишь то, что там крайне ограниченное пространство. Подмуха в альбоме группы. В альбом группы не проще. Это вообще надо, да. Кому-то нечего делать, а? Зафлудил, блин, гребаная. Я даже не знаю, как ее зовут. Но кто-то ей зафлудил. Мне лень это удалять все. Что ты сделал? Иди сам удаляй за собой. Мне просто стыдно. Мне просто стыдно за тебя, сынок. Ты называешь это оружием? Ну, не то чтобы прямо оружием, я это называю скорее разумным использованием силы. Привет, извини, что опоздал. Не извиню. Ну, 7-6 это похуже, конечно, да. Ну, я, конечно, могу, опять же, мемчики, размемчики, сексуальные всякие вещи делать, но... Должны очистить но зачем? Готово.
Но зачем, когда я могу просто навалить на стол? И с радостью... Друид не расчистит такое количество. Никаких там золотых семян, да, в принципе, даже семена. В принципе... Ну ладно, выхил, возможно. Но нет, нет. Читай, пацаны поймут, мама простит. Нет, мама не простит. Нет, вообще мама всегда должна прощать. Я не понимаю вот эти вот все. Не. А мне нужно прям стол чистить или что делать? Выкладывать, а потом чистить? Чистить, потом выкладывать? Летал-то точно нет. Но я не смогу выложить и почистить. Я смогу только почистить и... Наступление. Такие ребяточки. ГГ не пинганул. Да, я пинганул. Как предложить свой мем в твою группу? Мемы. Может, ты еще и свайп завалялся? Нету свайпа. Ну вообще нет, сначала ты тянешь карту, потом уже начинаешь делать вот эти вот все штучки. Сама природа. Ну ты глянь. Против. Не, ладненький. Окей. Стало немного получше. Возможно, в этот раз не дадут анализов. Возможно, в этот раз дадут хоть чего-то приличного. Будет карт, например. Ну, в смысле, галды. Да зачем мне карты, когда галды? Ну, точнее, да. И... Рал! Замолот Рока! Не стоило напрашиваться. Нет, привет, Пантера. Привет. Пантера никогда меня не спасала. В отличие от подписчиков, Пантера. Силия Маки подписался первый месяц подряд на стримы замечательного меня. И мы его благодарим, и замечательно ее. Его-ее. Человека. Его человека. Даже. Пацанские цитаты. Даже в конченой шмаре нужно уметь видеть человека. Это, конечно, не про подписчика. Подписчику большое спасибо за поддержку стримов. Так, мы будем морозить или мы будем делать штуку? Он так-то, конечно, по-хорошему морозить, чтобы он потом не достал. Чтобы он потом не достал. Да, ты понял. Оружие, ладно. Интересно. Интересно, да, действительно. Мы просто... Окей. Какая разница? Почему ты делал мечи из тела без рук? Так, все, ладно, тихо. Все, мы играем, мы профессионально, мы движемся дальше к цели. Купи Space Rock, ты чё как не пацан? Ну дорого чё-то, и она... Я не знаю, надо... Я... Invisible Incorporated, мы её, возможно... Ну как бы возможно, ну в общем, да, мы её будем. Мы её будем немного. Интересно. Когда-нибудь мы её обязательно. Что он там сделал? Что? Зачем? А, я понял, зачем. Но нет. Ну вообще да, скорее. Скорее да, чем нет. Мне не жалко. Мне не жалко, я победу. Я победу, нафиг.
я выложу штуку, я буду твоим богом, я буду твоей штучкой. Мы с тобой будем штуками, которые друг друга будут. Есть смешной голос? Смешной голос просил предупредить то, что он сегодня не подойдет. Некого раздваивать здесь, конечно. Ну так, по руке. Мне страшно против этого шамана, потому что если он так экономит карты, то возможно будут проблемы. Оруженосец, со мной! Я готов, сэр. Я готов, сэр. А готов ли сэр в лице меня быть готовым встретиться ко встрече с этим сэром, учитывая то, что у сэра, скорее всего, там будет... Сэра наверняка, но наверняка у сэра Хекс, не хочу тратить. Он разведется, пацаны, я гарантирую. Пацаны, есть гарантии. По слухам, сэр разведется и захексует. А тогда мы уже и будем делать штуки. Ну. Скилл не пробьешь. Скилл, когда он особо обострен во мне. Скилл силен в нашей сестре. В смысле? Скилл силен в нашей семье. Он во мне. И в моей сестре. И в тебе тоже есть скилл. Две копейки, разбай меня, пожалуйста, я с Нового года в бане. Ну, за две копейки, я думаю, можно и разбанить. Здоровья! Такого меня жизнь не готовила. Идет запуск! Порталы открыты! Ха-ха-ха! Где мои флеймстрайки? Я его пинганул, кто не знает. Наверняка для этого была какая-то причина. Буду сейчас открывать бустеры. Благослови меня, пожалуйста. Что во мне? Тебе скилл. Зелен. Так, ну все, теперь уже от флеймстрайка до флеймстрайка. Нам с тобой немного жарко. Но они не приходят. Они не приходят, поэтому мы вынуждены делать страшные вещи. Извините. Не знаю, как тут выигрывать. У меня по темпу проблемы, и по всему проблемы, и по столу проблемы, и шаман зафлудит все это. Из 16, окей. Я чувствую запах крови. Окей. Ага! Какая разница? Спасибо, что разбанился, Фи на Яндексе. Да, без проблем, я добренький. Ну какие ветролеты, сынок! Flames! Flame Strike. Ладно, окей, я проиграл. Небольшие трудности. Я буду делать... Нет, я не буду делать, потому что... Хопа! Хопа. Маме не хватило даже что-то сделать.
Если бы я сделал, возможно, было бы немного получше. Но в лучшем случае... Нет, все равно проиграл бы. Эта партия закончена. Хорошо. Хорошо. Ну, 5 побед — это лучше, чем я рассчитывал вообще, в принципе, по жизни. Я сдался, да? Ну, я и квартира. Ну, сколько сегодня? 3 бустера. И все они... Ого! Ну, какая-то микровечеринка от чепенцев. И топовые порталы. Пойдем попылим, что ли, хотя бы. Давненько не пылилось. Или нет, или мы ждем, что чего-нибудь... Легин! Дарного, чтобы попылить. 800, но... Так себе, слабенько. Чё, прям конструктед будем играть? Да не будем, конечно, конструктед. Ну, одну партию, возможно. Я не знаю, кем. Чё за колода? Пойдем колоду смотреть. Чё за колода? А, я хотел быть мажордомом. Ну, чё там меня берут? Давай, мажордоме. Это берут меня сомнения, то, что мажордом будет работать вообще. То, что мы будем мажордомить в этом мире кого-то. Сейчас узнаем. Джайна и Рексар. Да начнется охота. Не стоило напрашиваться. Что могло пойти не так? О, ну сейчас выиграем. Я уже практически готов. Мое туловище было готово в данный момент. Это вообще не проблема. Самый слабый ход из всех, что я видел. Я служу повелителю огня. Ага. Золотые прям. Ну, у тебя нету килл-команда, но, блин, если есть килл-команд, то пощади. Ну, объективно. Это единственная карта в моей колоде, которая хоть что-то делает, поэтому, пожалуйста, не бери грех на душу. Ну что, это огонь? Нет. Это ледяная. Да, в принципе, это и не проблема. Или проблема. Я не знаю. Ну, конечно, такое value пошло. Интересно. Да, Хантер уже проиграл. Здравствуй. Перед ударом болт нельзя Интересно. Было? Вообще можно было перед ударом болт. Это было бы немного более... Миракл маг. Что я творю, господи? Дело сделано.
Бери арену, ты смотри, как профессионально теперь арена убирается. Вообще вся, вся арена была убрана, и в данный момент мы будем делать. Это я спустил собак. Ах ты мой маленький спускатель. Ой! Да я выиграл. Дети просто отщепенцы еще не знают, что я выиграл. Так. Надо потихоньку уже готовиться. Готовиться, знакомиться с Invisible Incorporated. Workshop, Russian Language Pack. Там еще русского нет. О-о-о. Да, это все слабенько. Но объективно. Я служу повелителю огня. Так. Мне уже музыка нравится. Ладно, потом. Неплохо, да? Или неплохо. Сейчас узнаем. Так вот, говорю, Invisible Incorporated. Давненько хотел попробовать.